Этот сорт отличается повышенной морозостойкостью и сопротивляемостью к болезням и вредителям. Неприхотливо в уходе, растет быстро. Листья гейхеры кожистые, зубчатые, ярко-оранжевого цвета, с лимонно-желтой окантовкой, расположены на длинных черенках, из которых сформирован плотный красивый кустик. Цветки белые. Высота гейхеры 25 см, с цветоносом 45 см. В целом абсолютно неприхотлив, устойчив к болезням, вредителям и морозам средней полосы России. На зиму не нужно срезать листья. Оздоровительная обрезка проводится весной. Гейхера гибридная на зерн, экспоже амбер, это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, прудов, миксбордеров, газонов. Гейхера прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола гейхера, гибридная на зерн экспоже амбер можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гейхеры прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гейхера, гибридная на зерн, экспоже, амбер, в месяц июль-август. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.